Пошла запись, всем привет, дождь тоже продолжается. Наверное, можно отключить его как-то. Игра погода, да? А пусть он будет на самом деле, друзья. Это только в Филадельфии всегда солнечно. А в Клоквуде возможен и дождь. Вот этот здоровый этот дуб с этими друидами, там где они тусуются. Но Джош независимый друид и свою собственную независимую будет действие проект. Кто-то к нам подходит, Зефия, какая наглость, ты ходишь по лесу словно огр-маг. Все равно, если ты не стремишься защищать природу, то дальше ты не пройдешь. Кто ты и почему я должен пропустить тебя? Пожалуйста, пропусти меня, в этих лесах обитают негодяи, которые вредят природе куда больше, чем я, мне нужно выследить их. В твоей душе горит такое же пламя, что и во мне, и в теневых друидах, в других теневых друидах. Возможно, мне следует пропустить тебя, быть может, ты принесешь большую пользу нашему делу. К северо-западу отсюда есть пещера, в ней живет один глупец, который порабощает животных. Уверен, ты, как и я, мечтаешь о том, чтобы скормить этого негодяя его же пленникам. Пожалуйста, пойди и устрани его. К северо-западу отсюда есть пещера. Наводку нам дает этот теневой друид, и судя по всему, что они тут так часто встречаются, они хотят Джоша переманить на свою сторону. Но Джош в наши планы не входит на самом деле становиться теневым друидом. Мы хотим нейтралитет поддерживать и просто защищать природу без фанатизма, присущего этим теневым друидам. Но в пещеру мы, конечно же, сходим. Потому что жуть как интересно, что там за осквернитель такой. Видим пещеру, наверное, перед заходом в нее. Пещера, да? Перед заходом в нее следует не слегонца бафнуться. Почему бы и нет? А ну-ка давай, Викония, зачитай свою песню священную. Вот так. Сохранимся и зайдем в пещеру. Что это? Маленькая виверна. Это кто? Питер Северный. Аркадий Северный. Виверны сразу нас атакуют. Питер, наверное, сейчас будет общаться с нами. Проходите, проходите, друзья. Не на что здесь смотреть. Просто скромный лесоруб решил немного полазить по пещерам. Что вы здесь делаете? А ну отвечайте, не то познакомьтесь с моим кулаком. Вежливо и по-джентльменски угрожает Джош. Я вижу, что вы не привыкли ходить вокруг да около. Оставим это притворство. Никакой я не лесозаготовитель, я дрессировщик виверн. Вы как раз прервали мое занятие с малышами. Можно сказать, отбросили процесс обучения на несколько дней назад. Ох, сколько же недель я упорно добивался их доверия. Но чтобы полностью подготовить их к жизни в копьях, надо познакомить моих тварей со вкусом мяса. Вперед! А вы, если проиграете, смерть будет быстрой. Понятно, Питер Северный, но сейчас мы будем разбираться тут с тобой. Интересно, клирик ты? Ты какой-то лучник, наверное. Давай, попробуем действовать лесон на виверну. Возможно, тут надо бафаться. Что у нас есть здесь? Кислотные стрелы. Ну, давай, жахни. Хотя по этим вивернам они не должны работать. Стреляй просто из обычных стрел. Ты что сделаешь? Удержи его. Стреляй магическим по вивернам. Здесь не осталось уже заклинаний. Попробуй удержать хотя бы эту виверну. Джош, не остается у нас. Сопротивление огню холода тоже не особо. Ну, будешь сражаться с виверной тогда. Так. Минска сильно пробивает, Минск пьет бутылку.
Викония, если у тебя нет, нету ничего, попробуй сон на вот эту виверну. Джош, сражайся с этим парнем, он достал меч Минска, еще раз сильно пробивают. Передаем ему бутылку. Минск ее пьет. Виверна не усыпляется. Попробуй, Викония, застывшее мышление тут не особо нам на самом деле поможет. Надо фокусить эту виверну. Этот парень не так уж и опасен, северный. Фокусим виверну маленькую, Джош сразится с этим северным. Минск отойдет и пропьет бутылку. Виверна готов, Чинка, а вот этот северный при смерти готов тоже. Проверить, если здесь еще виверны, никого нету. Зачарованные стрелы у него. И все. И доспехи. Но зачарованные стрелы мы передадим на опознание Тинахейр. Маленьких виверн мы как-то очень быстро положили. Жезл Мороза. Струя белой кристаллической пыли вылетает из этого жезла и ударяет в грудь жертвы со страшной силой. Температура внутри струн смертоносна, она наносит урон 8d6. Выпавшие на кубике единицы считаются за двойки. Спас бросок против жезлов снижает урон двое. Кто может использовать? Только маги. Уже куча жезлов у Динахиры, нужно их на самом деле начинать использовать. Эти стрелы передай сюда. Здесь обычные поставь. Вот так. Бутылка стойкости. Консту поднимает. У кого там дохлая конста у нас? У Джоша. Джош, тебе эти бутылки придется пить, чтобы конституцию поднимать. Минск ранен, он будет кушать ягоды, и нужно ему передать еще одну бутылку. Минск взял бутылку. Бу. Бу, не пищи. Все хорошо. Это мы, правда, под бафом были. Ищи ловушки. Вроде бы все чисто. И здесь пусто. Дрессировщик Виверн. Посмотрите только, друзья. Ну, положили конец моего деятельности тут подрывной. Сохраняемся. И продвигаемся. Здесь какие-то грибные поля. Кто нас атакует-то? Медведи, это слои. Динахер, как насчет вонючую тучу сюда зарядить? Зловонное облако, а мы перегруппируемся и будем их расстреливать. Не особо оно действует на самом деле на этих медведей. Нет, 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 Джош, переключайся на оружие ближнего боя, Минск тоже, и просто сражаемся с медведями. Что есть еще по заклинаниям? Можно усыпить вот этого на раунд. Не особо он усыпляется. Так, вы двое отойдите. Готов этот медведь. Пещерный. Пока там действует это облако, мы можем посмотреть, что у нас здесь еще. Белка без сознания, это слой еще без сознания. Там остались. Что это? А это волк-вампир, друзья. Ой-ой-ой. Это волк-вампир уже. Джош, сразу у себя хп из него высасываешь. Динахир, что у нас есть? У нас уже ничего не остается против него. Жезлом стрелять опасно. Викония. Тоже ничего не можешь сделать. Киван. Переключаюсь на волшебные стрелы, пытаюсь его пробить. Имаем тоже. Причем Имаем еще и стреляет из. И Минск пьет сразу бутылку. А сзади там-то слои, да? Как он себя чувствует? Серьезные раны, Джош, сражаться с ним. Включаем лок и смотрим. У Викони оружие не действует, но это естественно, Викония, что ты хотела. Бери молоток и сражайся вплотную.
Готов. Волк-вампир 2000. Оса? Да, тут серьезные противники попадаются, друзья, на самом деле. Угу. Уже хочется сделать привал и отдохнуть. Там еще Тослой без сознания валяется. И белка. Белку мы должны спасти, белку от Тослоя. Вот он кричит. Получает, и все, и он готов. Белка в хорошем состоянии, ничего с ней не случилось. Пройдем по верху. Тут бабочки вот летают. Великолепно все. Ну, дождь только портит экспозицию, так сказать. Наверх пройти не представляется возможным. Можем перепройти здесь или нет. Можем вот здесь по ручейку. Но сначала хочется открыть низ. Вот здесь, чтобы внизу посмотреть. Боевая музыка не прекращается. Как по карте. Угу. Вот этот один кусочек остался. И все. Здесь, наверное, тоже можно будет перейти по этому берегу. Да, переходим через ручеек. Тослой, волк и паук. Гигантский паук. Минск. Сразу фокус нужно на паука. Мало осталось у нас... противоядий, только заклинание замедлить яд, но не полностью вывести. Теперь яд может быть проблемой. Кстати, виверны, на которых мы тоже будем охотиться, они, по-моему, травят, умеют отравлять. И что у нас здесь? Здесь остаток леса, и нам сказали на восток идти в поисках этих этого железного трона. Да, это конец карты. Так, подождите, на восток, на восток. Как на восток, если мы с востока пришли? Или вот здесь этот переход должен быть? Да, он вот здесь. Вот, нет, север, север получается, Клоквуд. Ну ладно, переходим. Переходим. Парень, это была виверна, которая схватила коровку и унесла ее в свое логово. И Коран говорит, даже самому матерому искателю приключений нужно иногда отдыхать. Коран прав, мы становимся в круг и сейчас будем пытаться отдыхать. Остались у нас какие-то бафы? Нет, никаких. Ну, поиск ловушек закастуй. Вот и снятие страха на всякий случай, хотя оно ничего нам особо не даст, сохранимся и попытаемся отдохнуть. Ох, прожимаем отдых. Да, и не дают нам отдохнуть. Вы просыпаетесь в холодном поту, в панике оглядываетесь вокруг, вы с ужасом замечаете, что к вам склонилось огромное насекомое. 8 ног и множество глаз выдают его с головой. Это гигантский паук. Фу, как противно. Меня аж передергивает. Кошмар. Сражаемся с ним, но я думаю, с ним нужно сражаться. Первый удар нанести, именно удар из дальнобойного оружия и отвести Динахейр подальше. Динахейр, ты стани на себя эти свои доспехи. Джош уже берет скимитар, готовит и атакует паука. Минск, немножко проманси. Вот, возьми паучью погибель и теперь только влетай на него. Сразили мы паука, получили 450 опыта, сохранились. И все-таки мы не отдохнули, пытаемся еще раз. Спокойно, Виконе, все под контролем. Но теперь отдых закончен. Но наступила, друзья, ночь. Ночь — это повод немножко прибавить контрастности к нашему сержанту Графоуни.
оценим карту. Мы вот здесь. Можем пойти на север, на восток или на северо-восток. Я думаю, мы пойдем на север. Ух. На севере густой, очень густой лес. Кстати, мы давно никаких секретов не обнаруживали. И давайте все-таки, поскольку это Клоквуд, будем продвигаться с максимальной осторожностью. Заклинаний света, по-моему, никаких нету. Есть только инфразрение встроенное. Вот оно. Но групповое я включать не буду, чтобы играть честно. Видим берег. Тут рыбка плавает. И давайте посмотрим, что может на востоке что-то есть. Есть какой-то переход. Ничего нету. Мы практически подошли к вратам. К вратам Балдура, но, по-моему, мост сам находится где-то здесь. Насколько я помню. Проход во врата только с главного тракта. Берег реки, и ночью опять очень страшно гулять по этому лесу. Неизвестно, с чем нам предстоит столкнуться. Это пауки. Опять пауки, да, и здесь придется опять ловушки искать. Один фазовый, сейчас он телепортируется вовнутрь партии, поэтому стоим на месте. Джош, бросай рок сразу в вот этого паука, или брось молнии свои. Динахейр, приготовься. Да, фазовый телепортируется в центр. Пытается сбить заклинание Джоша, но мы сможем его сейчас законтролить. Главное, чтобы отравление не пошло. Джош прокастовал тем временем свое заклинание. Виконя переключается на оружие ближнего боя. Мы сражаемся с фазовым пауком и сражаемся с вот этим обычным пауком огромным. И Коран получает аж уровень от этого боя. Хорошо, сохраняемся. Ну, Коран, давай поздравим тебя. Ты получаешь у нас, скорее всего, воровской уровень. Да, это воровской уровень. Спас броски против смерти, против дыхания. Дополнительные единицы умений 25. На двойку хп пробрасывает. И что тебе взять-то? Бесшумность хорошая, поиск ловушек отвратительная у тебя. Взлом замков неплохой, карманная кража неплохая. Скрыться в тенях, обнаружение иллюзий. Взлом замков берем уже имейн. Поиск ловушек. Поднять тебе бесшумность, это очень хорошо. Я не знаю на самом деле, что ему качать. Давай скрыться в тенях, все-таки ты файтер вор. Тебя боевым надо делать. Хоть ты пока что в этих доспехах, но на будущее будет задел. Так сказать. И Джош, да, прокастуй поиск ловушек. Здесь F4, здесь F4. И продвигаемся. Боюсь я угодить в очередную западню от таркапов или пауков в очередную паутину, поэтому будем аккуратно играть. Кто это такая? Гамадриада уже сразу же кастует заклинание. Кого она там атакует? Минск, ты должен сейчас, друже, выпить вот эту бутылку, чтобы увеличить себе спас броски, если она в тебя что-то бросит, а Япония инстантно кастует защиту от страха, потому что начала уже кастовать свои колдунства, и мы отстреляли, что ли, вторую пачку стрел, непонятно. Киван, стреляй сюда вот так, а ты бросишь сюда фаербол. Полетело что-то в Минска, но он пробросил все-таки спас бросок, потому что я выпил бутылку. Она делает дверь измерения и будет телепортироваться, и фаербол задевает Джоша. Джош хилит себя, и мы должны приготовиться, потому что неизвестно, куда она телепортируется. Вот она телепортируется наверх, у нее всего лишь легкие раны. Нужно бросать в нее Silence.
чтобы она тут не начала еще Минск, не туда ты идешь, собака ты такая, стреляйте по ней. Джош, ты тоже должен стрелять по ней. А Виконья должна... Можно, конечно же... Нет, Виконья должна Silence в нее бросать. Просто бросать сюда Silence. Летит... Она еще и этим уроном, иммунитетом обладает к урону Корона. И Майн пробрасывается по сбросу от заклинаний. Тактика понятна этой дриады. Она телепортируется и бросает нас с пылы. Коран, бери вот эти стрелы тогда. Или возьми огненные стрелы. Мы должны сейчас, я не знаю, что сделать, рассредоточиться. Сала не проходит по ней, надо по ней только стрелять. Сбили заклинание, тут и стража какая-то, посмотрите, господи, паук, гигантский паук, что это такое? Так, я вот этого точно не помню, что такое было. Быстро все перегруппировываемся назад. Дриада уже боится. Добиваем дриаду, отступай, Викония, ты бросай сюда страх, что за стража-то такая? Посмотрим, насколько они боятся действительно, да, кто здесь у нас? Это Минск, Минск, берешь меч, сражаешься. Что здесь делать? Давай, застывшее мышление на вот этого парня, ты стреляешь, возьми обычные стрелы, перебьешься. Использовать нужно, экономить, стреляешь, что же по вот этому стражу. Джош, ты что делаешь? Не знаю, рок брось куда-то сюда. Вот так. И прикрой здесь, этот парень подходит, сейчас будем сражаться с ним. Динахейр, давай подключайся к бою, бросай сюда заклинания. Стрелковая группа будет стрелять по вот этому гигантскому пауку, и Динахейр тоже. Джош должен тащить один на один с этим стражником и выкачать себе ХП. Минск прикроет стрелковую группу. Джош, давай, наваляй ему. Минск, сражайся с пауком. Это гигантский, гигантский. Гигантский готов, и стрелковая группа теперь прикрывает командира. Что за стража-то такая? Я вообще такого не помню. Стража кого? Это и дриады или что? Кинжал остается на ней. Обычный. Еще один в страхе убежал. Прячка это все сюда, Джош, в эту сумку. Ну, среагировали мы сильно, нас не пробили. Минскую бутылку выпили, потратили. И давайте найдем. Вот он в страхе там стоит. Получает несколько выстрелов в спину, и он готов. Возможно, это патруль как раз этого железного трона. Но при чем здесь эта дриада, голодриада, непонятно. Ух, на самом деле было сейчас страшно. Поиск ловушек, это понятно. Закастуй ягоды, Джош. Сам их скушай, у тебя обилки остались, только замедлить яд. Ну все в нормальном состоянии. Не подействовала защита от страха на Корона почему-то. Вряд ли из-за его этих спасбросков встроенных, ну, врожденных эльфийских. Просто он, наверное, находился не в том месте, куда было брошено это заклинание Виконии. Как-то сумбурно это все получилось у нас сейчас. Карту откроем, посмотрим. Сначала южную часть осмотрим. Да, еще здесь стража. Опасность здесь представляет только вот этот гигантский паук на самом деле. Виконий, отойди. И брось-ка сюда удержание, в конце концов, куда-то в этого-то слоя. Пока Джош... Кстати, где Джош? Джош, почему-то ты... А, потому что я не переключился на скиметар. Нужно сражаться с пауком. Так, что есть еще? Да, вот это есть. Этого застанили, хорошо.
Главное паука уничтожить, а дальше все дело техники. Еще-то слои. Еще бутылка силы, это Виконии. Вот эту бутылку давай, передавай Минску. И у нас заканчиваются уже, начинают бутылки обычного хила. Ну как заканчиваться? Есть еще запас, конечно же. Конечно же. Как-то меня испугала эта стража на самом деле. Я такого вообще не помню, чтобы такие были воины, которые тусуются с пауками и с слоями. Непонятно, что это за стража. Это явно не друиды, потому что друиды не носят тяжелые доспехи, щиты и мечи. Это какая-то другая стража. Да, ночью, видите, друзья, опасно гулять по Клоквуду. Мы действительно должны очистить этот лес от всяких монстров, чтобы обезопасить его. Это священный обовязок Джошуа и нашей партии. Поляна, выход на поляну. Сколько там времени-то уже? 2 часа ночи. Достаточно темно и страшно, но ничего. Здесь вот эта река, мы обошли на этом мосту. Угу. Продвигаемся. Ворк и слои. Динахир опять заканчивается у нее дротики. Динахира, какое там у тебя второе оружие? А ты еще не достаточно высокого уровня, чтобы выбрать вторую специализацию в оружии. Давай, Динахир, лутай. И нужно засейвиться. На самом деле, да. Что это здесь такое? Какие-то горная гряда какая-то. Давайте посмотрим. Здесь выход, дорога. Угу. И переход. Мы восточно еще не посмотрели переход. Слышим водопад. И это виверна летит. Маленькая виверна. Верно. Рок в нее бросаем, чтобы она не попадала. Там еще одна виверна. С этой справились. Остался ли еще рок? Нет, не осталось. И в сон они не попадают. Ну попробуем, давайте еще раз посмотрим. А, она спас-бросок от заклинаний делает, это виверна. Понятно. За маленьких виверн по 450 опыта дают. Угу. Никого они не отравили, и это уже хорошо. Продолжаем продвигаться вглубь леса. Что происходит? Что такое? А, это закончилось действие защиты от страха. Здесь видим еще какой-то переход, какой-то мост, куда он ведет. И мы здесь еще все не открыли. Сначала мы, наверное, откроем все здесь, а потом пойдем по этому мосту. Но, друзья, уже, наверное, в следующей серии мы этим займемся. Хотя в этой серии можно вот этот кусок открыть, чтобы быть более обстоятельными. Тут какие-то горы. Скалы даже начинаются. Что здесь такое? Птицы вот эти поют. Что тут такое? Нет, ничего тут нету. Или нет, или мне... Это что, это пещера? Это пещера. А где вход-то в эту пещеру? А, вот вход. Ну, мы в эту пещеру так просто не пойдем, наверное. Без бафов каких-то. И давайте в эту пещеру, друзья, действительно в следующей серии пойдем. Вот. Потому что уже 30 минут наших подошло к концу. Вот, до новых встреч.